гоблины закрепились на высоком перевале, перекрыв пути между Востоком и Западом. Объединенные силы способны разбить их, но битва будет нелегкой. Гоблины нападают на Ривенделл с севера. Но прежде чем искать их логово, мы должны освободить высокий перевал. Я чувствую опасность. Прежде чем идти дальше, мы должны разбить лагерь. Надо вырастить Малорн. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси. И мы продолжаем играть во Властелина Колец. Битва за Средиземье. Властелин Колец. Второй. Компания за добро. Вторая миссия. Готовьте инструменты. И, соответственно, выполняем задание, которое нам поставили. Итак, постройте лагерь на высоком перевале и вырастить Малорн. Выращиваем. Что прикажете? Готово. Так, тогда казармы, конюшни. Уже иду. Раз нам воины нужны. Как же здесь холодно. Рабство страшнее смерти. Так, что тут мы можем? Значит, дары эльфов и исцеление у нас уже изучено. Эльфийские леса и туманный полог. Эльфийские леса. Пробуждение сил природы. Все союзники получают 50 брони. Враги теряют преимущество лидерства. Не действует на героев. Тогда возьмем его пока. Так, сразу. Я буду сражаться за вас. Казармы построены. Мы построили конюшни. Пора за работу. Ну, дальше было задание конюшни. Надо построить штурмовые башни. Давайте. Так, тут у нас нет прохода. Значит, соответственно, если что, будем Люблю отсюда отбиваться. Конницу. Что такое? Луки и воины. И луков возьмем. Надо построить сторожевую башню. Я здесь? Так, я вижу. Ну, ладно. Разрушить. Долго еще ждать. Так. Сплотились гоблины, и перевалы стали небезопасны. Логово гоблина. А, даже задание было выполнено. Стадники и эльфы. Дальше у нас пусто, нету смысла идти. Так, возвращаемся обратно. Я бы хотел поставить зеркало для того, чтобы хилять воинов. Где-то тут. А второй строитель плавильную региона для того, чтобы улучшить наши войска. Так, я еще могу кого-то нанять и узнать, это, наверное, будет конница. Но я пока не могу, потому что почему? 80, ага, не хватает. Значит, надо будет еще одно дерево, наверное, поставить. Малорн.
Немножко сейчас под этот подсоберем войско и пойдем завершать миссию. Работа закончена. Так, поставь статую героя. Прекрасное место. Эльфы, будьте готовы. Быстрее. А ты поставь еще один Малорн. Так, 58, 80, 86. 86. Тем временем на нас напали. Сразу улучшим башни. Мне нравится, как конница врывается в вражеские ряды и сметает их просто. Могу конницу, по идее. Да. Все, сейчас нанимаем еще один конный отряд и отправляемся выполнять миссию. По миссии у нас уничтожить лагерь гоблинов. Не хватает мне провизии. Эльфийский доспех 1000 стоит, изучить доминосы 750. Все, конница готова, да? Да. Всадники Ривенделла. Все, теперь погнали. Конницу пошлем сюда, а основную армию сюда. Оп. Ага, тут типа завалили, я понял. Здесь не пройти. Надо искать другой путь. Не согласен. Скачут защитники Средиземья. Басхил. Я! Конницу вперед. Уже теперь хватает. Наши копья оградят мир от беды. За вас. Тьма сгущается. Не отдадим эти земли врагу. От гномов не уйти. Скачут защитники среди земли. Не отдадим эти земли врагу. Я буду сражаться за вас. Ага, вот наши копья оградят мир от беды. Я знаю, впереди бой. Что вы там со всеми покончили так долго как-то? Новая броня. Поехали. О, здоровый. Защитники Средиземья. Враг, снесем эту мерзость. Мы победим. Я здесь, где враги, завалить пещеры. Нет ни пути назад. Надо спасать Халдера. Он на утесе к северу отсюда. Я вижу, она так неплохо справляется. Смотрите, великаны, сверху. Не дайте им закрепиться. Как красиво выглядят в золотистых доспехах. Сейчас увольнем этому горному великану. Что здесь? Здесь все хорошо. Подобейте этого коллегу одного. Так, хорошо. Все они здесь, но что-то они все такие у меня побитые. Там, думаю, разберутся.
башни. Не дайте им закрепиться. Спасите Халдира, бьющегося с рогами на утёсе к северу отсюда. Ну и тут один конь остался. У меня же, кстати, скоро хилка будет, так что давайте сюда, я вас всех сразу заодно и подхиляю. Конница вообще против туннеля слабая. Я вижу, он справляется его. Ничего не угрожает. В общем, пещерный тролль разваливает наших товарищей. Уходите. Беспомощные. Кстати, можно что же им. Давайте, защитники. Эльфы, к бою! Ну что ж, лагерь гоблинов, спасите Халгрида. Так. Смерть не страшна. Идите, короче, сюда. Со мной! Наши копья оградят мир от беды. Мне не нравится, что... Со мной! Не отдадим эти земли врагу! Газуйте, наверное, лечитесь. Что здесь у нас можно еще? Знаменосцев. Эльфы, к бою! Сейчас увольнем этому троллю. Я покажу дорогу. Враг наступает. О, ужас! Рушите стены! Денежка, денежка. Все, теперь мы каждому из них сможем сделать знаменосцев. Так, ты вас тоже улучшить. Че вы тут? Знаменосцев вам, и давайте идите помогайте ему. Это хорошо, что мы улучшили плавильни, теперь мы сделаем стальное оружие еще. Звездные стрелы, надо будет тоже потом улучшить плавильню еще раз. И потратили все наши запасы. Гном пока доходит до битвы, то уже все и заканчивается. Рабство страшнее смерти. Но, кстати, немножко мы подкачали наших воинов. Конницы поможем ему. Вот, а сейчас, походу, у Калдера начало ХП отниматься, да. Конница всех растоптала. Так, конницы сюда, а все остальные будут отряд номер один. Так, где там Халдер? Будешь лучником. Вперед. Мы
О, гном только добежал. Вот это гном там лупанул, я понимаю. Подлечим вас. Так, что тут у нас? Сколько стоит? Хватает, хватает. А тут, чтобы улучшить, надо еще, наверное, исследование провести. 1000. Ничего, сейчас сходит. Так, тем временем 10 у нас. 10-10. Это чего? Одинокая башня. На поле боя появляется башня. И Бомбадил. Господи, Бомбадил. На поле появляется там Бомбадил. Щелкните на пиктограмме. Становится невидимым. Находящиеся в тумане союзники становятся невидимым врагам. Существенное уменьшение вражеской брони и нанесенного врагами урона. Щелкните. Нет. Давайте Бомбадила тогда возьмем. Я вряд ли буду пользоваться в ближайшее время инвизом. Так, ну что, готовы к сражению? Пошли тогда. Скачут защитники Средиземья. Следите за башнями, оттуда стреляют. Ух ты, спасибо, капитан Очевидность. Я хочу просто до конца их зачистить, вот этих всех подонков. Я понимаю, что если я пойду направо, то, наверное, я уже закончу эту миссию. Но я хотел бы всех их вырезать. Так, ну этих пока можно туда подводить. Ну а нет, тут серьезная прям. Ого, это здесь. А, видите, здесь какое-то сокровище. Готово. Полечить вас пока не могу, поэтому как-то давайте своими силами. Ладно, погнали дальше. Кстати, лучников я уже могу своих улучшить. Прежде чем лучше, надо сначала здесь это сделать. Я в ответе за мой народ. Ты победи! Сюда! Паучьи всадники! Руины! Знаменосец бежал, бежал и умер. Пал в бою. Ты победи! Рушьте стены! Ух ты! Паучьи всадники здесь. Надо на лучников. Вот так. Берегите коней! Да скинет тьма, обратим в руины! Да скинет тьма, обратим их в бегство! Так, сделаем нам благоприятную... Ух ты! Это глубинный страх! Ну, я ого!
Отходим тогда. Уходим, уходим, ребята. Возьмем лучников. Смотрите на этих, на эту конницу неадекватно. Я ее увожу. Чуть лучников моих не схватили. Надо уводить их. Сейчас главное наездников на пауках снести. Все хорошо. Нужны луки. Да я понял, лучники уже стреляют. И близко к нему, в общем, подходить нельзя, потому что он мой ближний бой раскидывает как щенков. Че, ничего не можешь сделать? Что-то весь лагерь еще остался. Ну да. Герои Средиземья победили. Победа, победа вместо обеда, друзья. Высокий перевал отныне свободен. Гоблины отброшены далеко от мглистых гор. Но война еще не окончена. Как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся во Властелине колец.